преподаватели и сотрудники университета, студенты и гости, пришедшие на нашу памятную акцию. Я рад, что вы посетили наш прекрасный университет. Важно не забывать тот подвиг, который совершил наш народ. Буквально в первые дни войны с нашего университета на фронт ушло порядка 50 студентов и сотрудников университета. Важно не забывать все то, что было сделано, все то, что было построено. Давайте почтим своим присутствием память всех, кто пал в боях при защите нашей Родины. Спасибо.